стелень. Второй приказчик уже задубил. Крякоса удалось сделать. О, нормально. Итак, ребята, вот так прошла наша охота. Значит, приехали на утряночку, постояли. Вот, толка особого не было, утка не летала. Наверное, мы чуть припоздали, потому что уже, в принципе, заходили по серому. Значит, сидела стая, кум увидел, подстрелил двух уточек, кряковчик. Вот, у меня получилось одного селезня сбить, упал на берег, другой после выстрела по нему услышал всплеск. То есть он чуть пролетел, а так как я отвлекся уже на других, он упал в воду, тоже нашел. И в другом месте получилось сбить тоже двух селезней, после того, как они частично там вернулись. Вот, так что смотрите наше видео, и это все будет там показано. Всем удачи! Всем пока и ни пуха, ни пера. Добрый день, дорогие друзья. В планах у нас было постоять утрянку, а затем походить вдоль речки. Встретив рассвет, утка так и не прилетела. Кум стоял дальше по балке. Когда он вернулся, то сказал, что видел много сидящей утки, которая сбилась в приличную стаю. Решено было попытаться к ним подойти. Мы разделились и пошли балку с двух сторон, дабы увеличить шансы. Выйдя к чистой воде, я обалдел. Утки было реально много. К тому же, она переместилась в нашу сторону, метров на 500, что застало нас врасплох, так как в теперешней ситуации, подойти к ним было просто нереально. Кум открыл огонь. На замедленных кадрах видно, что после второго выстрела утка была сбита. Я на тот момент этого уже не видел, так как переключился на другую цель. Но я услышал всплеск, тем самым предположил, что утка упала. Вот так, ребятки. Птичку еще. Где? А, вот, все. Фу, нашел, все, фу, нельзя. Итак, друзья, с трех выстрелов получилось выбить двух штук. И кун там, по-моему, очканул. Вот такой вот селезень. Красавец. И еще один упал, там в воду слышно было всплеск. А! Да если я к нему сейчас дойду, подожди. У тебя ж две? Да. А не видел, у меня там второй падал тоже.
Потому что я пока смотрел, слышу справа, плюх, упал. Так, итак, у кума две уточки плавают. Я одну сбил, вторая, наверное, упала в камыш. Все, поймал. Сейчас. Так ну сядь, сиди, сказал. Разлетевшаяся утка кружила над нами. Эх, не удержался. Надо было еще подождать. Вторую, кумовскую утку, также прибило к берегу ветром. Итак, дорогие друзья, вот так вот получилось у нас. С первой попытки добыть вот эти две кряквочки. Кум подстрелил, у меня селезень. Кто-то там падал еще, он под ранком потянул, но я услышал всплеск. Поэтому полезу сейчас поищу. И утка туда опять садилась. Поэтому дальше смотрите, что у нас как и происходит. Не, я по двум стрелял. А две. Это вот эта, да, которая? Вторая. А я не видел, наверное. Стрелял, но далеко. Высоко, да, шла. Я ж подхожу, одна взлетает, аж где гребля, понял? И вот так же ж мимо, я ж не стреляю. Потом жулька полезла, кря-кря-кря. По-моему. Ну, короче, отсюда три, наверное, ушло. И такое ощущение, что аж за гребли, там же тоже ушло. Полем. Спасибо, и вас же с полем тоже. Пошли, короче, ты. Падали вот тут две штуки. Ну, как бы на тот камыш. Вот напротив вот этого дерева, видишь, вот акация и сушняк примерно. Сейчас ты полезешь, а я не начну. Сто пудов. Сядь.
Едь, Юля, едь, 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 едь. Вот один уже под берегом шарился, прикинь. Да. Жуля взяла подранка. Итак, друзья, вот такого крякоша удалось взять. Отлично. Вот вам и собачка. Вдоль камыша она его и взяла. Короче, вот начинается поворот, в камышах селезень лежит. Понял? Вот он где-то падал, где я сейчас стою, а водой туда ветром отнесло, вернее. Ну вот, на меня когда налетели, я же говорю, я тух, видно, что попал, они вправо, я еще раз тух, и потом по левому бью, он на берег падает, а тут всплеск, тух. И вот он лежит, вон он. Как раз молодняк акации, но это надо залазить вот перед тобой метров 40 и залазить. Пошел я прямо. Итак, друзья, одну я на берегу взял, вторая там лежит, тоже после этих выстрелов упала. И, значит, третью сейчас Жуля поймала, прям в камыше возле берега уже нашли. Хорошо, что она по камышу ерзает. Вот. И то что, пришлось добивать, сидел он расслабленно. Я побоялся, что... О, нормально. Слабонервно можно не смотреть, но видно, как снаряд прошел по голове. В принципе. Ну вот, друзья, второй крикашек уже задубел. Сегодня получилась охота, ребята. Я вообще просто счастлив.